Всем доброго времени суток, с вами канал Артмания, и сегодня у нас будет видеообзор вот такой вот баночки. Это называется ренит, по-другому паштет рыбный. Вот Лунское море, тут тоже вот написано, вернее, вот сразу дата написана, вот из горбуши. Так она выглядит в баночке. И состав. Состав, конечно, черным шрифтом на темно-синем не особо видно. Ну, вот кто хочет, на паузу нажмите и почитайте. Ну, в составе там есть Е-добавки. Вот. Ну, в любом случае я сфоткала. Надеюсь, что получится хорошо. Хорошая такая фотография. В конце она будет. Вот. Сейчас мы будем его с вами смотреть. Опа! Аж кисточки подпрыгнули. Вот так это наложено. Такой бугорком. Так, где наша ложечка? Вот, довольно жесткая. А до этого мы уже покупали, уже пробовали ее. Вот, единственный минус, у нее периодически появляются, то есть находятся маленькие косточки. Они мягкие, рыбные, да, но они есть, они присутствуют. Такая вот она. Вот она там с чем-то. В принципе, вот они, да, они мягкие. Хотя вот это вот пожестче. Но она есть, и не знаю, мне неприятно с косточками. Вот сейчас я ее попробую. Да, это, знаете, не настолько паштет. Паштет все-таки, мне кажется, когда перемолото прям очень-очень-очень прям такое мелко и в однородную массу. То есть массу, которая, в которой нет каких-то точек, каких-то там непонятных, которые видно кусочки, непонятно, что это. Для меня лично паштет это такой. Здесь больше, знаете, можно купить, в принципе, самим там рыбу. Там кто там, горбуша, ту же самую горбушу. И просто даже, не знаю, вот руками мелко-мелко ее размять, и все, будет то же самое. Вкусная такая. Немножко пересоленая. Лично для меня. Да, такая ароматная. Чувствуется прям рыба. Обычно паштет кушаешь там. Не всегда понятно, что ты ешь. Ну да, тут еще хорошо то, что тут чувствуешь рыбу. То есть обычно, если паштет делается, то там ничего не чувствуется особо. Что-то есть и есть. Вот, хочу вам еще найти косточку, но не знаю, не найду. Вон, да, вот тут и морковка, я смотрю, есть, козявки какие-то. Вот. Такой вот он. А, по цене вам не скажу. А, постараюсь ее найти в магазине и посмотреть, сколько она стоит. Вот, сравнить. Что будет дешевле. Да, здесь, кстати, 200 грамм. Такая вкусная. Жалко, что пересоленая, но вкусная. Ну вот, в принципе, такая вот она, видите? Идет поближе. Фокусируется, фокусируется. Или мутноватая такая просто. Она сейчас еще просто холодная, и поэтому жестковатая. Ну, кажется, что жесткая. А если она в теплице постоит, она будет мягенькая. И с бутербродиком, с маслицем это будет очень вкусно. Может быть, даже не будет чувствоваться, что она пересоленая немножко. Вот, на сегодня это все. С вами был канал Артмания. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите в комментариях, пробовали вы такую, понравилось, не понравилось, может, у вас была пересоленная,
что вы из нее, может быть, что-то готовите очень вкусное. Вот, с чем вы ее едите. И, в принципе, все. Всем пока-пока.